Каждое последнее воскресенье мая здесь, на площади перед храмом Субгевург, собираются сотни людей. Здесь представители всех национальностей, которые дружной семьей живут в Анапском районе. Праздник с 92 года и по сегодняшний день он проводится всеми национальностями, не только здесь армяне, здесь и греки, и русские, и мусульмане есть, все-все. Армяне вообще гостеприимный народ, они приглашают на любые праздники. Очень хорошее мероприятие, церковное, божественное, дружественное. Оно сплочает, объединяет нации нашего муниципального образования и всех людей. В числе почетных гостей и глава Анапы Юрий Поляков. Перед началом торжеств он вместе с председателем Центра армянской национальной культуры Арсеном Ириянам и главой Гайкадзорского сельского округа Артуром Маргарядом посетил храм. Очень приятно, что вы все соблюдаете свои исторические традиции, поддерживаете все праздники. Мы все вместе работаем, мы вместе дружим. Хочу вам пожелать всем в этот праздник Хачкара здоровья, мирного неба над головой, всего вам самого хорошего, пусть семьи наши все живут, пусть Господь нас благословит и даст нам все то, что мы хотим. С праздником вас, дорогие! Поздравить с праздником приехали творческие коллективы со всего Анапского района. Русские народные танцы чередовались с армянским творчеством, а огня и задора добавляли танцы горских народов. Инга Яндулова хоть и живет в Анапе, но в Гайкадзор на Хачкар приезжает постоянно. Обязательно заходит в храм, ставит свечи. Считает этот день одним из важных в году. Ведь этот праздник – это история целого народа с многовековыми корнями. Каждый год сюда приезжаем, чтобы отпраздновать вместе с жителями этот праздник. Все вместе. Организаторы праздника приготовили гостям сюрприз. Аппетитный хаш, подготовленный по старинным рецептам, раздавали всем желающим. И каждый еще раз увидел, что такое настоящее армянское гостеприимство. Руслан Душевский, Анапа регион.